цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Сенсация. И вот этой коллекцией мы очень горды и счастливы. Мне кажется, что в этой коллекции соединилось все. И классический дизайн, и лучшие камни из возможных. И действительно оптимальный подбор параметров в этой коллекции. И при этом самая доступная цена. Я сразу хочу громко и четко сказать. Здесь 9 натуральных аметистов в коллекции, а цена у нас не превышает... Цена у нас не превышает 3000 рублей, и мы сейчас с вами говорим, внимание, особенное внимание, отвлекитесь сейчас от всех своих дел, это сразу комплект, не по отдельности кольцо или сережки, мы с вами представляем сейчас целый комплект по цене 2999 рублей, уникальный размер колец до 22-го, дождались те, кто долго ждал коллекцию аметистов таких размеров, и это сразу полный комплект из трех предметов, сережки и кольцо, называется этот комплект «Лиловые дали». Ари, знаешь, для меня вот эта коллекция удивительна по многим причинам, и потому что в первую очередь мы смогли подобрать самые лучшие камни, посмотри, они практически идентичны по цвету, что очень сложно сделать в гарнитурах. Второй момент, если мы разделим стоимость, да, я редко говорю о цене камней, но здесь должна все-таки упомянуть, что если мы разделим стоимость 9 аметистов на стоимость комплекта, у нас получится где-то по 330 рублей за аметист. Аметисты стоят намного-намного дороже. Рубля. Да, и здесь 9 натуральных камней, причем очень высокого качества. У нас достаточно приличный каратный вес, я вам буду показывать обязательно все паспорта, но сейчас хочется обратить ваше внимание на абсолютно изысканную и на абсолютно вот такую вот превосходную, безукоризненную форму. С одной стороны, супер, у нас с вами здесь есть такая дорожка, да, но при этом вот эта дорожка у нас, обратите внимание, у нас идет и круглая огранка, и огранка маркиз, и огранка овальная, и все они сложены вот в такую интересную совершенно форму, то есть это такая современная классика. Это невероятная красота, это действительно сенсация. Вы знаете, что наши сотрудники сегодня, наши ведущие, наши эксперты телеканала уже сегодня и сейчас прямо дозваниваются в наш колл-центр и тоже заказывают, потому что только во время прямого эфира и только в день натуральных аметистов мы рады предложить вам комплект «Лиловые дали» по цене 2999 рублей. 9 натуральных драгоценных аметистов за 2999 рублей уже с фиксированной доставкой. Все, у кого есть сестры, мамы, бабушки, дети или внуки, которые заканчивают институты или школы в этом году, дни рождения в сентябре, неважно, вот у меня у сестры в сентябре день рождения, я закажу тоже такой, кстати, комплект. Сказать. Потому что вот такие украшения никогда из моды не выходят. Абсолютно. Своей ценности они не теряют, но при этом сегодня они максимально доступны для Хорошо, вас. Хорошо, что ты сказала про модные тенденции, потому что если вот посмотреть на модные тенденции прошлых лет или этого сезона, аметисты никогда не выходят из моды. Они в том или ином виде все равно будут популярны. Оттенки пурпура, оттенки ультрафиолета. Вообще в ювелирной моде, да, тенденция у нас это не тенденция на один год, это тенденция на несколько лет, иногда десятилетий. И поскольку все-таки аметисты это одни из самых популярных камней в течение многих столетий, это действительно камень, который всегда будет показывать ваш статус и который всегда скажет о том, что вы выбираете вечные ценности. Причем у нас доступная роскошь. Вот все-таки, если мы говорим о натуральных камнях, я хочу сказать, что все-таки это камни драгоценные, потому что меня, честно говоря, очень обижает, когда кто-то говорит полудрагоценные камни. Нет такого понятия в гемологии. У нас половинка, да, нельзя сказать, что половинка не драгоценная, половинка драгоценная. Ну да, это да. Драгоценные камни, они просто делятся на разные порядки. Если первого порядка у нас камни это бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры, то аметист у нас чуть порядком пониже, но это абсолютная драгоценность. И действительно, вот такие камни, это абсолютная находка для наших телезрителей. Перегружен колл-центр прямо сейчас. О-о-о. Дозванивайтесь, оставайтесь на линии, все ожидания и также разговоры с нашими операторами абсолютно бесплатные. Настоящая удача, вот ты знаешь, для тех, кто собирает свою ювелирную шкатулку или кто случайно сейчас переключил наш телеканал, это настоящая сенсация. Комплект с натуральными аметистами, 9 натуральных драгоценных камней за 2999 рублей. Это подарок для себя, это подарок для ваших родных и близких, это подарок на долгий год, это
память на всю жизнь. Почти 2000 рублей мы сегодня экономим, а вот наша телезрительница Ангелина Семеновна сегодня уже, да, дозвонилась нам и заказала подарки для своих детей. Это был крест, это кольцо было обязательно, да, она заказала не один для себя какой-то предмет, да, она заказала сразу несколько, и только потому, что сегодня особенная цена. Вот сразу, да, отлично сочетается по цвету. Как же так подобрано, мы идеально. Мы специально подбираем коллекции, которые идеально перекликаются между собой, но знаешь, Арина, еще хочу отметить момент, почему мы здесь вы сделали именно комплект, да. Потому что часто бывает, что, несмотря на то, что мы хоть и подбираем по количеству серьги и кольца, но все равно некоторые наши телезрительницы не успевают заказать либо кольцо, либо сережки, а большинство из наших телезрительниц все-таки подбирают идеальные гарнитуры вот и комплекты. Да. Потому что мы редко носим солирующие украшения, как правило, нам нужны вот такие пары, поэтому здесь для того, чтобы кольцо вы не упустили, да, или сережки обязательно у вас были в коллекции в едином стиле, мы создали именно комплект. Но подумайте, здесь комплект по цене, наверное, кольца с одним аметистом. Согласна. Потому что здесь все-таки 9 натуральных аметистов, здесь серебро, здесь золочение, и это абсолютно новая коллекция. Кстати, последний раз у нас аметисты появлялись в феврале. Тогда этих коллекций не было. Мы еще не могли создать вот такую коллекцию, очень долго над ней работали. Ну и вы представляете, какие ожесточенные переговоры наши профессионалы вели с нашими поставщиками и производителями для того, чтобы буквально, вот вы знаете, скажу это слово, выбить эту цену для вас. Вот просто, чтобы вы сегодня наслаждались покупками в День аметистов на телеканале Shopping Show. А здесь мы с вами видим, несомненно, что наслаждаться есть чем. Когда вы получите эти драгоценности, когда вы откроете эту заветную коробку, вот действительно сразу, я не знаю, мне кажется, натуральные камни, они сразу дарят энергетику. Безусловно, я уверена, что все будут завидовать сразу, даже когда на почте будете открывать такую посылочку. И, кстати, вот мы говорим об оптимальном сочетании геометрии 1,5 сантиметра, но эти 1,5 сантиметра, насколько они роскошно, насколько они дорого смотрятся, потому что у нас кольцо и серьги полностью заполнены аметистами, здесь практически нет свободного места, 8 миллиметров у нас ширина. Обратите внимание, как у нас идет английский замок, то есть такой эффект серьги полукольца идет, и английский замочек увенчан, конечно же, пробой клеймом завода-изготовителя. Кстати, сейчас по новому законодательству не все украшения серебра надо пробировать, но мы стараемся, конечно же, добиваемся от наших поставщиков, чтобы обязательно проходил дополнительный контроль качества у государства, чтобы все украшения были опробированы. То есть мы с вами получаем паспорта на нашу коллекцию украшений обязательно. Посмотрите, вот уникальная ситуация. 16-й размер горит красным цветом. Это значит, что в подарок вы выбираете в том числе для своих детей, для своих внуков, для себя обязательно. Побалуйте себя. Я знаю, что у моей мамы, да, вот привычка отдавать всегда, всегда дарить нам все самое лучшее. Себя побалуйте. Цена такая доступная, что сегодня можно себе сделать королевский подарок. Вот паспорта. Вот они, паспорта. У нас, кстати, два паспорта, поскольку хоть это и комплект, но это два отдельных украшения. У нас одно кольцо, да, паспорта, вы видите здесь по одному аметисту, и по два аметиста с полным указанием каратного веса, огранки и всех деталей во втором паспорте. Это гарантия качества, потому что, конечно же, только украшения, выполненные из серебра, либо из золота, обладают вот такими паспортами. А у нас здесь есть и серебро, и золото, поэтому вид полноценно золотого украшения. Ну и, кстати, действительно, такие коллекции вот обычно выполняются в золоте. А мы эту коллекцию сделали специально для вас в серебре. Это вот наше ноу-хау, я бы сказала, наше новаторство, когда мы берем золотые модели, но с тем же качеством выполняем их в серебре. Потому что все-таки обычно у серебра и у золота, у ювелиров, ну, немножко разные, скажем так, допуски, припуски. Мы всегда требуем высочайшего качества от наших поставщиков, чтобы эти украшения невозможно было отличить от золота.